Шведская сборная сейчас переживает настоящую любовную драму. Эту ситуацию даже не назовешь любовным треугольником, потому что у шведских биатлонистов получился любовный квадрат. Все дело в том, что Ханна Эйберг на протяжении нескольких лет была в отношениях с Еспером Неллином, но после прошлогоднего чемпионата мира в отношения пары вмешался третий биатлонист Мартин Пансилома. Он активно начал демонстрировать свою симпатию лидеру женской сборной. Видимо, из-за этого он и завершил отношения со своей девушкой, тоже биатлонистской сборной, Фанни Йоханссон. Спустя какое-то время пара Эйберг-Неллин распалась, и Пансилома, добившись своего, начал отношения с Ханной. Казалось бы, конец любовной истории, но Неллин, в свою очередь, дружился с бывшей девушкой Мартина Пансиломы, Фанни Йоханссон. Пара переживала вместе тяжелый период после расставания, и в итоге тоже начали встречаться. Вот такая вот шведская биатлонная Санта-Барбара. В интервью Неллин признавался, что сейчас отношения в команде не самые лучшие. «Это они первые начали», — говорит он о бывшей девушке и Пансиломе. Но команда, как и раньше, тренируется вместе. Однако Пансилома прокомментировал свою позицию. «Сейчас уже все хорошо, мы все решили с Еспером Неллином, больше нету обид, ведь мы все профессионалы». Менеджер команды комментирует. «Да, сейчас отношения у кого-то из команды уже не такие тесные, как были раньше, но все меняется. Главное, чтобы это не вылилось на спорт, ведь тогда действительно нам придется вмешаться и что-то предпринимать».